хочу посмотреть Серга. Где Серг? У него там эти авто-авто всякие вот эти вот смешные. Опять дурачков сейчас посмотрим. Так, я человек простой, Серга увидел, колокольчик, все подписан, лайк поставил. Ты тоже давай не забывай лайки свои ставить. Грузи там фуру, разгружай. Там вы постоянно фуру заводите, говорит, куда, как это, куда разгружать? Я говорю, сюда. Добро пожаловать. Поехали. Look, it's Hialeah Spider-Man. Just cruising the town. Я не пойму, у людей 10 жизней, что ли, у некоторых, или что? The hell, we're going 70. Спонсор данного ролика – компания 1xBet. Не умеете делать приролы? Не беритесь. Б. Бентли же, да? Владимире делают дорогу. Наверное. Вот такая вот ситуация у нас. Вот разметочка Бентли? Идет. Б. Бентли же, значит? Едешь такой по левой. У меня просто нет Бентли. У меня Гранта Спорт. Так вот темно, пасмурно. Роллс-Ройс не важно. Плохая видимость. И потом так раз. И на отбойничек залетает. Я вот этим вот дорожником таким, честно, я такое вообще первый раз увидел. Я понятия не имею, как вообще такое могли допустить, и ведь кто-то уже сюда залетел. Вы вообще себе представляете, если ночью ты едешь по простой дороге, ни знаков, ничего нет. Ты вообще себе представляешь, сколько кто-то пропахал? Ты вообще на это нормально, нет? И на отбойничек залетаешь, который сделали дорожечек. И уже вот вчера вот этого не было, а сегодня уже смотри, кто-то просто сюда его... залетел. Это вот у нас так дороги делают во Владимире. И почему-то в подслушке ничего об этом... Слышишь, прям на полосе стоит, смотри. Ничего нету. И вот как бы человек машину, да, раздолбал. Вот да если бы, судится, если вот бы только человек раздолбал. Квартиру с машиной купили. Вот город Ростов-на-Дону. 11 декабря 2018 года. Мою машину отработали, как и отработали? Многие другие. Уже счет идет, не знаю, на десятки, наверное. Не понял, в смысле? Сняли. А где тачка? Бампер, фары, шурупы снизу. Все откручивает аккуратно. Эксперт сняли, значит, подушку безопасности, окно аккуратно разбили заднее, и кто-то маленький пролез туда, внутрь, бардачки порылись, вот стекло лежит. Это новый левел, что ли, я не пойму? Четко под заказ, у кого-то было лобовое, подушка стрельнула. Просто все, морду машины разобрали? Новые машины снять. Красиво, конечно. Я вас очень прошу, пожалуйста, в комментарии скиньте кто-нибудь. Я ни хрена не смог это найти, как они это делают. Как вот это сделали? Я вам отвечаю. Или мод, или еще какую-нибудь технику, я так бахну. Я вам говорю серьезно. Вообще сейчас вот без шуток в инсту выложу. Где реально это можно там в Москве, в Подмосковье круто вот так вот, чтобы сделали. Это нереально просто круто. Это, ну, это вообще какой-то разрыв мозга. То есть, ну, как? Люди в чате пишут термокраска, я в курсе. Краска, кто, где ее сделает? Горячий дождь, да. А потом в Инстаграм выложит, я, говорит, сегодня 50 километров проехал. Отвечаешь? Серьезно? Серьезно? Ты не верил? Смотри скриншот. Видишь? Техника не врет.
все. Ну проехал же. Проехал. А че, все по-честному? Хардспорт, да. Надо у себя в инстакарточке. Я вообще, ребят, велосипедист. Не перестает удивлять. Мы сейчас наблюдаем, как летит больше 70 километров в час старая семерочка, пятерочка. Ну еще такого. Не помню как. Ну что? Да. Чувак давит на газ проволокой самодельной. Чуть получается, дружище. Давай, газани, газани, давай, давай. Пошел, пошел, пошел. Вот так вот, когда сломалась у вас машина или трос, вы просто делаете свое грязное дело, при этом не сбавляя скорости. Главное не нарушать штраф. Штрафы, ну не знаю, как-то. А если надо будет резко затормозить? Работает, понимаете? Я орел. Алло, говорит. Это МЧС? У меня, говорит, проблема. Я не знаю, что сказать. Комментарии есть какие-то у кого-то, нет? Ну вот. У кого-нибудь есть комментарии какие-то? Ребятки, это крымский мост. Вы не представляете. Это тот самый крымский мост. Я... Панин? Нет, наверное, показалось. Крымский мост, я... С левой, говорит, заходи. Ой. Я благодарю нашего президента, что он построил замечательный Крымский мост. И чтоб ноги твоей здесь больше не было. Ой. Дети от рака подохли, правда, в это время. Но спасибо вам, Владимир Владимирович. Вот это самая большая необходимость в этой стране. Даже не знаю, что сказать. Молодец. Жмурки пересматривал. Самый крутой фильм. Правда, осадочек остался, но ничего. А ты, говорит, точно трактор купил? Точно. Обычный, говорит. Там двигатель от чего, я не пойму, от ракеты стоит? Да ну нахер! Он же башкой ударился. Он же об эту херню головой ударился. Как? Как? А как он живой остался? Там минус крыша, минус машина. Если только шок какой-нибудь. Не знаю, но если только какой-нибудь... Он пьяный. А, ну это многое объясняет.
Я, говорит, в GTA поиграл. Смотри, говорит, как могу. А второй говорит, да ты... Я не знаю, кто как что-то развлекается. Курва. Выгнали это. Курва. Нормально. Баллоны у него пули непробиваемые стоят. Чего? Толщина стекол 12,5 сантиметров. Чистой брони, вот она, стекло. Получается, ветровая часть тоже бронированная полностью. Вот двери, одна дверь весом 200 килограмм, вот она толщина двери, толщина стекла, вот, 166 километров его родной пробег, машина абсолютно новая. Как говорит, дверка-то весит. Плюс комплектация. Подкрыльники на пули не. Я не представляю, сколько колеса стоит такой Lexus. Вот так он выглядит сзади. Я даже вообще не представляю. Я не знаю, к чему это в конце показали, но я просто охерел. Я видел, конечно, ну такие тачки, но что-то там стекло вообще, по-моему, переборщили. Я не понял, с РПГ что ли держит? Расход 60 литров на сотню. Мне кажется, там даже, братан, не 60 литров на сотню. Там, я не знаю, там миллион литров на сотню. Я вообще, вот вообще не удивлюсь. 330 тысяч евро. А 20 миллионов всего? Ну завтра куплю себе, поеду. Серьезно? Серьезно. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.